тебя колготки такого же цвета, как и... Да. Ну, что-нибудь сделай с ним, Лика. Если я к нему подойду, он захочет с ним поговорить. Или будет ощущение, что мы с ним говорим. Вот. Вы ведете беседу, да? Да. Давай, давай. Я видео снимаю, Лик. Я думала, ты меня с ним фотографируешь. Я тебе уже походу. Смотри, какой он клёток, шейник. Ага. Так, так. Как? Закручивают, закладывают на спину, в шею. Да. Чувак, закрути. Такие милахи. Ой, вот сейчас он это сделал. Такой клёвый. Почему ты так делал? Лапы прикольные. Кто? Лапы у него такие, ласты. Какие яркие фиолетовые штуки да. Вот так. Да. Ну, кстати, Женева. А вот там горы, а вот там Альпа видно, смотрите, там Альпа. Красиво. Вот смотри, они. О, они синхронно складываются. Вообще. А там вот этот вот чудо. Да, смотри, не хочешь с ним общаться, потому что он отшельник или он просто не белый выше. Или он маленький? Он нормальный, конечно. О, смотри, все, подножку прыгает. Фу. Он там чешется у него. О, смотри, белая утка. Или это не утка, это чайка. Чайки, это чайки. Ну, смотри, как красиво. Нет, а, нет, утка. Нет, это утка. Клевая, да, такая белая? Да. Бедняга еще тоже никто, наверное, не любить будет.